От имени компании «Аэрофлот» приносим извинения за задержку нашего рейса. Мы начинаем сегодняшний концерт. Впервые в Санкт-Петербурге мы представляем нашу программу, которая частично вышла на альбом «Душа полезной песни», благодаря такому замечательному человеку, как Леонид Федорович. Его супруги Владимиру Волкову, Андрею Котову. Мы, на самом деле, вынашивали идею всей этой истории достаточно долго. Зачатие произошло где-то в 2002 году. Вот, и оно было мучительным, 9 месяцев под капельницей и на сохранении. Но в результате что-то получилось, и, наверное, это правильно, что получилось, потому что сегодня, как никогда, нам действительно нужно думать о душе. Мы в конце всегда думать о душе, но сегодня, наверное, как никогда, поскольку денег у нас станет меньше, у всех это очевидно, будем думать о душе, я думаю, что не бесполезными окажутся души полезные песни, которые мы будем сегодня. Деньги придут, так или иначе, в каком-нибудь виде. Вот Андрей задумался даже. Скажи что-нибудь. Давай, начинай. Нет, как-то мы практически не играли в Питере. В Москве мы сыграли эту программу раз в 5, наверное, за 6 лет. А в Питере все-таки ни разу, поэтому очень трогательно. Это такой для меня дорогой город, любимый город, правильно? Вот. Благодаря, опять же, обретению здесь замечательных людей, музыкантов, друзей. Ну и вообще, сами понимаете, революция, Аврора, Эрмитаж, все такое прочее. Вот. В общем, любимый город, я разговорился. Пора начинать. А содержание и смысл, я думаю, что он придет по ходу.